В Бразилии 14-летний школьник расстрелял одноклассников, потому что они над ним издевались. Он принес пистолет в портфель и открыл огонь прямо на уроке. В итоге двое учеников убиты и еще минимум семеро ранены. Стрелявшего задержали. Сообщается, что родители подростка работают в военной полиции. По всей видимости, оружие он похитил у них. Выжившие одноклассники признались, что постоянно дразнили юношу за то, что он не пользовался дезодорантом.